І запрошую до центрального мікрофона Миколу Скорика, народного депутата, фракція «Опозиційний блок». Пане Скорик, заяву вашої політичної сили щодо указу президента про утворення військово-цивільних адміністрацій оприлюднено під заголовком «В Україні цілеспрямовано встановлюється диктатура». За умови ескалації російської агресії проти нашої держави, ви проти посилення владних структур на прифронтових територіях? Шановний Андрій Вікторович, шановні глядачі в студії, шановні громадяни України, шановні колеги, ми за те, щоб Україна стала знову мирною державою, щоб Україна повернула свою територіальну цілісність, а для цього ми розуміємо, і про це сказали всі світові лідери, і лідер Німеччини, пані Меркель, і лідер Франції, пан Оланд, і лідер Сполучених Штатів Америки, пан Обама, і наш президент, пан Порошенко, це виключно виконання мінських домовленостей. На жаль, ми бачимо на сьогоднішній день, що українська влада не хоче виконувати мінські домовленості. І ми розуміємо, чому. Тому що трошки більше, ніж через 2 місяці, мають відбутися місцеві вибори. От я вам наведу приклад, трошки відволіку вашу увагу від Донецька і Луганська і спрямую вашу увагу на те, що зараз відбувається навколо Харкова. В порушення всього чинного законодавства. І наскільки я знаю, це не просто обурило громадян Харківщини, громадян України, всіх тих, хто виступає за демократію в нашій країні, а обурило і світових лідерів. І я знаю, що реакція на те, що відбувається навколо реєстрації Харківської організації опозиційного блоку, викликала дуже жорстку реакцію з боку всіх представництв, посольств, дипломатичних представництв всіх провідних країн світу. На сьогоднішній день іде судове засідання стосовно цього питання, і на суддю здійснюється безпрецедентний тиск з боку Служби безпеки України, з боку адміністрації президента, і ми розуміємо тактику наших опонентів стосовно нереєстрації опозиційного блоку в Харкові, тому що в Харкові рейтинг опозиційного блоку перевищує 50%. І ми розуміємо, що саме опозиційний блок, якщо будуть відбуватися чесні місцеві вибори, прийде до влади в Харкові. Така ж ситуація і в Донецькій, і Луганській областях. Коли кажуть про те, що на цих територіях не можна зараз проводити вибори, то у мене питання до вас, пані Верігіна, я дійсно вважав, і коли виступав пан Тарута, ви були губернаторами з паном Тарутою, в той час, коли проводилися і президентські, здається, парламентські вибори, це був час вашого губернаторства. Вам вдалося провести ці вибори. Чому ви вважаєте, що можна знущатися з власних громадян, лишати їх виборчого права, тільки тому, що влада розуміє, що на цих територіях переможуть ніякі не сепаратисти міфічні, а переможе нормальна проукраїнська, патріотична українська партія, опозиційний блок. І ви це добре розумієте. І тільки тому, що вам не подобається відношення опозиційного блоку до того, що робить влада, і до того, що влада не може закінчити війну на Донбасі, що влада відмовляється виконувати мінські домовленості, всупереч тому, що за ці мінські домовленості виступає весь цивілізований світ, тільки тому ви робите те, що ви робите. І казати про те, що дуже добре військові цивільні адміністрації замість нормальних органів місцевого самоврядування на українських територіях, де живуть точно такі ж українські громадяни, як ми з вами, це порушення конституційних... І голосували, що Путін вів свої війська на територію України. І це є задокументовано. І ці люди, які проводили референдум, вони зараз на своїх місцях знаходяться. І ніхто не засуджений. І в цих місцевих радах, навіть на нашій території, ці люди є. Якщо до людей є конкретні претензії, це одна ситуація. А якщо на людей здійснюється тиск,
поза законом. Я можу вам навести багато прикладів знущання, залякування і кримінального, безпідставного кримінального переслідування активістів опозиційного блоку, яке не має під собою жодного сенсу і жодних приводів. Але влада робить це для того, щоб залякати наших прихильників, для того, щоб залякати наших виборців, для того, щоб залякати наших членів партії. Інших причин для цього немає взагалі. Сергій Гармаш. Я дивлюся, що всі перелякані у вас тут ходять. 100 депутатів Луганської облради, які проголосували, спокійно зараз живуть в Києві. І спокійно тут будує свій бізнес. Якщо у вас є до них претензії, до конкретних людей. От тоді, коли ці люди будуть покарані? Ці претензії повинні мати підстави, а не просто ви на всю країну звинувачуєте, ну ви зараз не сказали, кого саме, але ви назвіть прізвище, зверніться до відповідних правоохоронних органів, надайте докази його антизаконної протиправної діяльності, і тільки тоді це буде справедливо. Вибачте, Сергій Гармаш. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что по социологии вы, ваша партия имеет шанс получить как бы там власть. А кому сейчас принадлежит власть на этих территориях? В местных советах? Разве не ваша партия практически? Бывшие члены партии регионов. Я вам могу сказать, что на сегодняшний день все, что творится на действующих территориях, всем руководят новые губернаторы. И местные советы... Одну секундочку, можно я закончу? Мне кажется, что это формат другой передачи, чем тот, который мы видим. Все местные советы абсолютно лишены своих прав, и выполняется все в том же Харькове. Через колено господин там, Райкин, по-моему, или Райнин, ломает всех через колено, и даже те люди, которые вроде еще вчера были нормальными, голосуют совершенно по... мягко говоря, странно. Поэтому говорить о том, что кому принадлежит власть, у нас самое главное, что мы забыли одну простую вещь. У нас парламентская президентская республика. И мы совершенно забыли о том, что парламент должен активно участвовать в том же Минском процессе и так далее. Мы все время говорим президент, президент, президент. А где парламент? Где его члены парламента? Почему мы месяц вместо того, чтобы действительно участвовать активно в Минском процессе, почему нас распустили на... И говорят, это не каникулы, это просто мы пока не поработаем, а потом еще раз соберемся перед 1 сентября. Смысл в этом какой? Почему мы... Одну секундочку. Например, господин Шуфрич активно участвовал в Минском процессе. Значит, я считаю, еще раз говорю, что у нас парламентская президентская республика. В этой парламентской президентской республике есть коалиция депутатских фракций, которые отвечают за ситуацию. Они назначают правительство, и назначая правительство, они отвечают за ситуацию в стране. Президент является гарантом Конституции, он должен следить за исполнением закона. Исполнительная власть должна быть в руках правительства, а парламент должен контролировать правительство. У нас этого совершенно нет. Близко. Светлана Олейникова. Я говорю не потому, что там придумываю что-то. Я знакома с некоторыми сотрудниками, которые работают в вашей партии, скажем так, и выполняют такую работу политических лозунгов там, и так далее. Поэтому у меня к вам будет несколько... первый вопрос. Вы представитель... ваше место рождения или где вы сейчас живете в данный момент? Родился и живу в городе Одесса. В городе Одесса. Прекрасно. Знаете, я как человек, который прожил всю жизнь в Донецкой области, и сейчас, каждый день, я говорила уже, поддерживаю связь со своими, с людьми, которые там живут, и сейчас тоже, на оккупированных территориях и на освобожденных тоже. И они говорят мне одно и то же. Если бы, завтра были выборы, и Янукович был бы, можно было голосовать за Януковича, то, процентов 40 людей за него бы и проголосовали. Почему? Потому что все контролируется на местах сейчас, теми же людьми, которыми и контролировалось до этого. Как мы знаем, что все эти люди... я не знаю ваших партийных списков, не интересуюсь вообще тем, что вы выдаете наружу. Я знаю то, что изнутри происходит, не понаслышке. Я прошу прощения, в чем вопрос? Вопрос был по поводу места жительства и по поводу вообще вашего отношения к тому, что там происходит. Интересуетесь ли вы вообще жизнью людей и их позицией на контролируемых Украиной территориях, представляя их интересы.
Вы говорите сейчас о Донецкой и Луганской областях. Я могу сказать, что я сижу в парламенте рядышком с Алексеем Петровичем Белым, который является руководителем Донецкой областной организации. И знаю настроение, общаясь с ним, и общаясь с очень многими своими коллегами, друзьями, выходцами с Донбасса, я знаю там настроение. И когда говорят о том, что сепаратисты и так далее, я вам еще раз говорю, у нас есть граждане Украины, и мы должны относиться к своим гражданам. Вот для меня паспорт, украинский паспорт синий с желтым призумом, это святой документ. И он святой для, я уверен, для всех граждан Украины. Если кто-то считает, что это не так, он себя позиционирует иначе. Делить граждан на два сорта только потому, что они жили... Вот еще вчера у нас такой, помните, там знаменитые анекдоты там, про то, что там в Донецке ловят там, человека, и говорят, он говорит, никуда не хочу, говорит, поедешь там работать туда-то. Это еще было там три года назад. Это был, я думаю, что господин Сенко, как знаток анекдотов, подтвердит... Уточните, это, что поедешь как... работать на руководящую должность. Да, на руководящую должность. Мне очень не хочется, чтобы Украина становилась, то есть чтобы эти анекдоты рассказывали точно таким же образом про Винницкую или Черновицкую область. А если взять кадровый подбор в наших органах власти, то подход именно такой. От того, что поменять вот знаменитый фильм «Убить дракона», и когда вместо дракона Янковского появляется другой дракон, это не значит, что поменялось... система. В Украине, то есть то, что вот вы говорили о господине Януковиче, я могу в любую камеру глядя сказать, что если бы сейчас были выборы, я бы никогда не проголосовал за господина Януковича, потому что господин Янукович продал или предал, как правильно говоря, свой народ, предал своих соратников и действительно сделал массу горя своей стране своими глупыми, неоправданными действиями. Но еще раз говорю, господин Янукович, скажите, это далеко не вся Донецкая и Луганская область. И далеко кто не вся Украина. Кто завозит гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую область, неконтролируемую Украину? Кто? Причем тут это? Кто вот имеет право вообще туда завозить? Интересный вопрос. Я считаю, что имеет право завозить любая организация с разрешения украинской власти. Хорошо, завозит. Спасибо. Любая У нас какой-то такой странный диалог с вами, Андрей Ильич. Я прошу прощения, извините. Я думаю, это потому, что человека глубоко волнует то, что там происходит. Меня тоже, поверьте, мне не меньше волнует. Я цього не заперечую. Олександр Кочетков. Ну, я хотел заметить, что по отношению к украинскому руководству, ну, есть, может быть, масса претензий, что они не выполняют ряд своих обещаний. Да, они будут достаточно справедливы. Но упрекать руководство Украины в том, что оно не выполняет минские соглашения, не стремится их выполнять, это звучит в высшей степени абсурдно. Как раз именно минский процесс руководства Украины. Вы вспомните, и президент, и премьер приходили в парламент, и там уж изо всех сил старались добиться, так сказать, следования Минску. То, что от них зависит, это звучит в высшей степени абсурдно, противоречиво и нечестно. И не менее абсурдно следующее соображение. Вот представим такую, надеюсь, невозможную вещь, что ваша политическая сила, да, вот в этих выборах, там, в последующих выборах, вернулась к власти, произошел вот такой реванс. Я в этом уверен. Прекрасно. Я занимаюсь фантастикой, пишу фантастику, я вас понимаю. Сам писатель фантаст. Так вот, представим такую вещь. Мы же понимаем, что главная проблема мира – это позиция Кремля. Каким образом вы вообще планируете установить некий мир на Донбассе и в Украине, если Кремль вашу политическую силу, ваших представителей, пардон, не считает не то что за партнеров, а даже за людей. Они считают вас просто своими марионетками. Обратите внимание, что происходит там с Януковичем, с Сазаровым и вся эта клоунада. То есть то, о чем вы говорите, в высшей степени... Я напомню, господин Кочетков, что ни господин Янукович, ни господин Азаров не есть членами оппозиционного блока. Ну, корни-то у них, слава богу, одни. Мы же об этом прекрасно... Я вам могу сказать, что если вы так рассуждаете, то я вам могу сказать, что основателями партии регионов, если вы уже решили поговорить об этой партии, вместе с господином Азаровым, был Петр Алексеевич Порошенко.
Это так вам для справки. Потому что все видели знаменитые кадры, когда Арсений Петрович Яценюк провозглашает замечательный тост за Николая Ивановича Азарова и говорит, что очень на него хочет быть похожим. Поэтому давайте не передергивать ситуацию и не наводить тень на плетень в отношении того, что если я в свое время виделся с господином Азаровым или общался с господином Азаровым, или мы так или иначе вместе пересекались по работе, то это означает, что господин Азаров имеет хоть какое-то отношение к оппозиционному блоку, и его это совершенно дурацкая организация, кого он там спасает. Он бы спасал вместе, когда он был премьер-министром. Договориться с Кремлем, и Кремль вас услышит. Вы всерьез об этом говорите? Я считаю, послушайте меня, вот давайте каждый должен рассуждать в рамках своих полномочий и своего понимания, в том числе и внешней политики. Вот я, допустим, в свое время, работая председателем областного совета, пересекался с господином Огрызко, и у меня было достаточно много, скажем, мы практически всегда были оппонентами, но господин Огрызко профессионал своего дела, и, скажем, до определенного момента я мог высказывать свое мнение, но, скажем, в каких-то спорах мне, может быть, не хватало именно дипломатического опыта и глубины дипломатических знаний. В отношении того, что на сегодняшний день происходит, вот если я как среднепоросичный украинский громадянин смотрю телевизор, еще раз повторюсь, и говорит нам, все мировые лидеры говорят, ребята, у вас есть путь только выполнять Минские соглашения. Если господин Штайнмайер говорит, что, ребята, вы не выполняете Минские соглашения вместе с противоположной стороной, человек, который отвечал в свое время и за провал, и за сдачу Крыма, и за многие другие вещи, говорит, что, вы знаете, это очень сложные вопросы, дискуссионные. Ну как это может быть? Вот представьте себе, это же говорит не Россия. Когда вы говорили о том, что происходило, как наша власть выполняет Минские соглашения, то знаменитая картина, когда госпожа Нуланд была вынуждена стоять на балконе парламента вместе с послом своей страны и наблюдать, чтобы зал проголосовал, коалиция проголосовала за выполнение Минских соглашений фактически. Это же не российский представитель стоял, а представитель Соединенных Штатов Америки, за которого ратует моя уважаемая коллега, чтобы он сидел за столом. Они сидят за столом. Без мнения Соединенные Штаты Америки — это великая держава, с которой обязаны считаться все страны мира в силу ситуации. И Украина правильно делает, что она выстраивает свою политику разумно. Но в отношении того, что вы говорите в отношении Минских соглашений, то украинская власть выполняет их только по чуть-чуть, там, на сантиметр, и только под давлением международного сообщества. Потому что международное сообщество устало от войны в Украине. Международное сообщество устало Украину кормить и дотировать, потому что мы не в состоянии. У нас люди обеднели за год в 3 раза. Если мы говорим о том, что давайте людям проиндексируем зарплаты и пенсии, даже хотя бы по закону мы должны были сделать это на 75%, потому что государство официально признало инфляцию 75%. После того, как мы сначала действия парламента, оппозиционный блок говорит, что давайте проиндексируем, сейчас некоторые представители власти стали говорить о том, да, надо проиндексировать на 13%. Почему на 13, не на 12, на 11 или еще как-то? Потому что еще раз, у нас, мы должны, во-первых, подумать об экономике, о своих людях. А для того, чтобы думать об экономике, мы должны установить мир в стране. О каких инвестициях. Премьер ездит по миру, рассказывает про инвестиции. Может быть, для того, господин Скорик, может быть, для того, чтобы установить мир в стране, у нас не должны стоять российские представители на Донбассе с автоматами и пушками. Андрей Викторович, вы совершенно правильно говорите. Но для того, чтобы... Вот, вы знаете, в первую очередь нужно смотреть на себя, о том, что мы сделали, Украина, для того, чтобы всего этого не было. Потому что знаменитая фраза о том, она, может быть, там звучит пафосно, звучит на фоне всего того, что каждый день у нас гибнут люди, это стало уже обыденностью. Но помните фразу, классика, когда никакая революция ничего не стоит, если она привела хоть к одной слезинке ребенка. У нас привело к рекам крови и тысячи наших граждан, военных, добровольцев, мирных граждан, тысячи наших граждан погибли. В то время, как можно было все сделать совершенно по-другому. И мы бы жили до сих пор в нормальной стране. А когда нынешние представители власти говорят о том, что 24 года ничего не делалось, и только вот они пришли, и начало все разбудовываться, это вранье, наглость и лицемерие. Потому что действительно Украина... К сожалению, у нас каждая власть, которая приходит, говорит, только с нашим приходом. И очень глупо это делать. И так далее. Спасибо, дякую Миколі Спасибо. Скорику, народному депутату фракції «Опозиційний блок».